Добрый день, друзья! Мы представляем новый выпуск видеоблога «Персонаж» в новом формате и, конечно же, с новым героем. И наш новый герой – это Роман Канаев, президент Федерации экстремального спорта Новосибирской области ЕСФ-54. Привет! Вот хотел показать вам наш новый зал экстремальных видов спорта, в котором можно тренироваться круглогодично. Пойдемте посмотрим. Ром, ну расскажи, что это за место, где мы находимся вообще? Это центр экстремальных видов спорта «Альтернатива». Здесь люди тренируют круглогодично свои навыки в перемещении, в катании, в прыгании. Здесь есть все необходимые для этого снаряды. Там скейт-парк, батуты, паркур-зоны, специализированные маты, которые позволяют им тренироваться хоть где. Вообще, расскажи, когда вот этот центр открылся, потому что это было недавно, видимо, да? Значит, в ноябре мы нашли площадку, договорились с заводом. И уже в декабре, 14 декабря, то есть за месяц мы это все построили, 14 декабря мы начали в тестовом режиме работать. То есть у нас сначала открывался скейт-парк, на нем в течение этого времени люди катались, проверяли его на прочность. Буквально через неделю было открытие уже вот этих зон, позже была открыта батутная зона. И вот совсем уже официальное открытие было 14 марта. Сюда приходили всякие супер-дядьки. Был выбран свой способ из этого открытия. Сделали показательное выступление с мастер-классами. У вас есть Федерация экстремального спорта, да? Да. Федерация экстремального спорта в Новосибирске организована в 2010 году для того, чтобы объединить все направления. Нами там проведены всякие разные городские мероприятия, там в День города, там на Глобусе, на Нарыме было много разных. В Кировском районе построили много площадок. На НГТУ построили комплексную площадку. И с каждым годом как бы уровень растет, растет, растет. Я президент Федерации экстремального спорта, то есть у нас там есть правление в этой федерации. Получается, с каждого направления есть по одному человеку, лидеру, который говорит на будущий год, что для его направления ценно и нужно в этом году. Собственно, из этих пожеланий мы составляем план мероприятий. Расскажи-то в нескольких словах, как вообще ты, собственно, попал в экстрим, то есть ты с пеленок или как вообще случилось это? Короче, в 2006 году, в июне, я проходил мимо турников с пацаном у нас на Юго-Западном. И смотрим, паренек, короче, подтягивается прям лихо. Я с пацаном говорю, типа 23 года нам как-никак, давай по десяточке-то подтянемся. Начали подтягиваться, вот один раз подтянулись и все. Ты знаешь, как было стрёмно, вообще ужасно. Мы такие с ним договорились ходить на турнички. Пока мы на турниках подтягивались, руки забивались, мы начинали прыгать на колесиках, там, на всяких, на турничках, на брусьях. Там. Вот. Люди начали проходить мимо. Тогда был всякий 13-й район, и Ямакаси фильмы недавно показывали. И все спрашивали, о, вы паркуром типа занимаетесь? Мы даже вообще знать не знали, что это. Что такое паркур, да? Конечно, да. И поняли, что это наше, это прикольно. То есть это всякие разные сальтухи, это физическая подготовка, развивает. И голову, и тело, все разом. Начали заниматься. Пришла опять же зима. Я нашел зал на Воднике. Мы там организовали вот этот стрит-стайл-клаб. Начали там тренироваться. Первая тренировка 2 человека, вторая 10, третья 30. Ну, под лето нас тупо опять выгоняют. Но мы взяли, объединились с остальными направлениями, у которых точно такая же беда. Организовались, начали устраивать всякие мультиспортивные мероприятия. И вот дошли, собственно, до вот этого места. Это не предел. Уникальность этого места в том, что вот мы сейчас сидим на минимально возможном скейт-парке. В таком масштабе никто никогда этого не мог уместить. Это большая сила, на самом деле. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Поэтому это стоит того, чтобы это развивать.